Здравствуйте, товарищи зрители! Сегодня новое видео из рубрики «Видео с профессором Исаевым». Это выдающийся ученый, который в советские годы со своими коллегами разработал уникальные незаменимые факторы питания. Его регалии вы можете видеть на своих экранах. О чем это видео? Профессор объясняет, что такое БАДы, незаменимые факторы питания. Какие они существуют? Их 5 групп. Он объясняет про каждую. Рассказывает, как поддержать иммунную систему, мозг, мышцы. Что организм может синтезировать, а что незаменимо. Особое внимание профессор уделяет омега-3 полиненасыщенным жирным кислотам. Поясняет много интересного. И, кстати, как раз то, о чем я много лет говорю, поясняет, а вы внимательно послушайте, чем неорганическая форма отличается от органической формы донесения того или иного минерала или иного вещества. И, кстати, я был приятно удивлен тому, что профессор Исаев сказал то, что я много лет говорю, что углеводы вообще в принципе, как некоторые говорят, сахар для мозга полезен, вообще не нужны организму. Если глюкоза по какой-то причине нужна нашему организму, он синтезирует ее из других веществ, из белков, жиров. И это мало, к сожалению, кто понимает. Вот послушайте от известного великого ученого полезнейшую, ценнейшую информацию. Это старое видео, взято оно с канала Vita.tv.ru. То, о чем вы услышите, а также ссылки на другие видео с профессором Исаевым, я оставлю вам под этим видео в описании. Вы потом их непременно посмотрите. А в конце видео профессор рассказывает про тех, кто занимается тяжелым физическим трудом, и отдельно про спортсменов. Какие были уникальные разработки для спортсменов всех видов спорта, в том числе для олимпийских сборных. Ну и, конечно, он рассказывает, какими научно-исследовательскими институтами, какими работами было все это подтверждено. Приятного вам просмотра. Лауреат премии правительства Российской Федерации в науке и технике, автор 300 научных статей, монографий, имеет более 50 патентов. Ну, здесь много можно перечислять, но самое главное – физиолог, доктор биологических наук, профессор, академик РАЭН. Вот скажите, что такое БАДы? БАДы – это категория пищевых продуктов, которые отличаются как концентрированная форма незаменимых факторов питания. Вот чем мы питаемся? Все это можно определить как 4 группы продуктов. Первый из них – носители жиров. Вторая – носители белков, третья – носители углеводов, и четвертая – носители минеральных составляющих и клетчатки. И есть среди вот этого питания незаменимые факторы питания, потому что человеку для жизни необходима не просто энергия. Вот три первых, что я назвал, белки, жиры, углеводы, они носители энергии. И человек получает энергию для своей жизнедеятельности. Это и для роста, и для поддержания жизни, и для замены клеток, всех 100 триллионов клеток, которые имеют свой период жизни. Ну, скажем, та же кость за 5 лет должна смениться. Эритроциты, как форменные элементы крови, могут прожить 4 месяца. Простагландины, простациклины живут всего 2-3 секунды и должны на смену им синтезироваться новые. Но ему еще нужно и другое, свой интеллект подтверждать. Иммунную систему поддерживать, ферментативную систему поддерживать. И для того, чтобы все это обеспечивать, ну, появились так называемые незаменимые факторы питания. Тот человек, что не может сам синтезировать в своем организме. Он должен получить с пищей, с водой, с воздухом. Вот эти вещества, к ним относятся незаменимые жирные кислоты. Вот известно сегодня омега-3, часто говорят. Незаменимые аминокислоты. Среди всего комплекса аминокислот есть те, которые не синтезируются в организме человека. Витамины, микро-макроэлементы. И в связи с тем, что мы изменили образ жизни, и у нас не хватает грубой пищи в питании, мы включили как пятую группу в незаменимой и пищевую клетчатку, чтобы это обеспечить моторику кишечника, детоксикационные свойства обеспечить. Потому что у человека все, что он потребляет, большей частью, оно сгорает. Нечему продвигаться по желудочно-кишечному тракту, особенно через толстый кишечник. Но вот у меня сразу же возникает вопрос. А то питание, которым питались наши предки? Сейчас скажу. Оно, так сказать, не устраивает сейчас современного человека? Нас не устраивает оно потому, что в результате нашей антропогенной деятельности мы привели к тому, что изменили природу. Но, скажем, раньше почвы получали все минеральные составляющие при размыве
горных пород при таянии снегов и льдов. Размывало, с разливами попадали в почву, и из почвы попадали в растения. Это и корнеплоды, это фрукты, овощи. Животные, которые потребляли траву, эту зелень, они получали тоже, соответственно, все недостающие ему для организма вот эти незаменимые факторы питания. Всего 60 элементов человек должен потреблять. Мы сейчас зарегулировали все реки, больше разливов нет. У нас искусственные водохранилища, дамбы, плотины, моря искусственные. Мы поливаем, а вносим в виде удобрений всего 3 и кое-где 4 элемента. Те, которые повышают урожайность, но не обеспечивают качество пищевых продуктов. Поэтому нас бы устроило, если бы мы жили в то время, когда были наши предки. Но сейчас наша деятельность принесла к тому, что почвы истощены, особенно в результате интенсивного землепользования. Впервые американцы об этом заговорили в 40-х годах прошлого уже века. И они поставили вопрос, что же делать. Они нашли. Мы только сейчас подошли для разговора даже на эту тему. Мы тоже относим, что надо не к болезни обращаться, а к организму надо обращаться. Надо искать причину этой болезни, почему она возникла. То ли дефицит каких-то минеральных составляющих, то ли дефицит каких-то витаминов, то ли дефицит, скажем, тех же незаменимых жирных кислот, омега-3. Вот если взять эмбрион человека, 4-недельный эмбрион человека, и посмотреть на него, он больше похож на морское существо. У него жаберные дуги, хвостовой плавник. То есть это эволюция рождения жизни. Эволюция рождения жизни. И в океане есть фитопланктон, который способен синтезировать вот эти омега-3 жирные кислоты под действием морской воды и под действием солнечных лучей. Чем, по-моему, питаются киты, да? Киты питаются чуть-чуть следующей уже цепи. У него, скажем, еще есть ихтиопланктон. Вот ихтио, мелкие рыбешки, они питаются вот этим фитопланктоном, а ими питаются и киты, в том числе и крилем. Эту массу открывает пасть, это усатые киты. Ну, правда, кашалоты, зубатые киты питаются уже животными организмами, которые в океане, те же гигантские кальмары. И вот в этой трофической цепи еще появляется третье звено, это пелагические виды рыб океана. Они питаются ихтиопланктоном. И у них в определенный период биологического развития, из 4 циклов в одном цикле, период нагульный, накапливаются это омега-3 жирные кислоты, и в этот период можно их взять. Вот несмотря на многообразие биологически активных добавок, ну, скажем, у нас в стране уже зарегистрировано более 8 тысяч этих добавок. А 4 группы, все их вместе можно все-таки разделить на группы. Я их отношу к 3 группам даже. Первое – это то из них, что жирорастворимый характер носит вещества в этих БАДах. Это, скажем, жирные кислоты, это могут быть омега-3, омега-6, омега-9. Это могут быть насыщенные жирные кислоты. То есть вот эта группа одна – жирные кислоты и жирорастворимые витамины А, Д, Е, К. Из чего они производятся? Вот жирные кислоты из жиров различных. Они могут быть растительные жиры, масла, и могут быть животного происхождения, морского происхождения. Вот омега-3, самое ценное в них, и козапентоеновые, и докозагексаеновые, это пелагические рыбы океана. То есть раньше рыбий жир мы не зря пили? Не пили не зря, но он нам нужен был как источник витаминов, поэтому был печеночный жир. Вот то, что я называю как источник омега-3 жирных кислот, печеночный не подходит сюда. То есть только рыба. Рыба причем любая. Ну, не совсем так. Всего их 6 рыб массово, которые мы потребляем для производства вот этих омега-3 жирных кислот. Какие же? Сельдь, сардина, скумбрия, анчоус и лососевые океана. Надо, чтобы эта рыба была пойманно в период нагульный, когда накапливается в организме. Ну, скажем, если преднерестовые, там искать бесполезно. После нерестовые бесполезно брать, потому что она питается активно. Вот если посмотреть продолжительность жизни человека у нас, она короткая, в общем-то, 60 лет. И если посмотреть, почему так человек умирает, какая же главная причина его смерти? 57% в России приходится на атеросклероз во всех локализациях. Ишемия сердца, ишемия мозга, гипертония, облитерирующий атеросклероз. Это все нехватка омега-3 жирных кислот.
Это главная причина. Скажите, а вот где-то, если, ну, мы говорим так, не ту рыбу, про которую вы сказали, например, если взять карпа, бывает карп очень жирный. То есть это не там мало, очень. Вот то есть только морской. Морская рыба, потому что там есть морской ихтиопланктон, чего нет в прудах у нас. Кровь, если взять химический состав, похожа по элементному составу на морскую. А что может, так сказать, вот компенсировать как пищевая добавка, например, в тех местах, где нету такой рыбы? Мы сделали тогда стандартную форму, независимо от времени года. В капсулах мы забиваем вот эти омега-3 жирные кислоты. В нагульный период, когда экономически целесообразно эту рыбу перерабатывать, выделять из них вот эти омега-3 жирные кислоты, потом облекать их мягкие желатиновые капсулы. Я хочу капсулы. Сказать, все понял. Вот, извини, что перебиваю, просто тема очень интересная. Я вот вспоминаю, думаю, почему мне нравилась селедка. И вот раньше, во время определенных моментов, причем, казалось бы, селедка далеко, можно было бы другой рыбы насолить, а именно селедку всегда, особенно жирную селедку, рекомендовали и ели. То есть это было как вот совершенно не случайно. Верно. Вот если взять селедку и порезать поперек, и посмотреть, подкожный слой жира, он как белое кольцо. Да, да. У да. него даже нет вот этого запаха рыбного, это не окисленное, потому что запах этот сильно усиливается при окислении линолево-линоленовых кислот, при воздействии кислорода на них, окисляется во время хранения. А в свежесть замечательно, поэтому и приятность, и лёд, на вкус. Свежую селёд, да. Да. Так я понял так, что вы как бы берете сконцентрированные продукты именно в тот момент, когда они максимально наполнены. Совершенно верно. Да? И тогда экономически целесообразно. А, так сказать, это есть выпуск таких продуктов? То есть да. Это... Ну вот первый, скажем, продукт такой появился у нас в Советском Союзе. Я помню, это был конец 80-х годов. Угу. Мне позвонил такой был зампред Совмина СССР. Каменцев Владимир Михайлович, выдающийся человек был. И говорит: Вячеслав Арташевич, тогда я работал в Союзном институте морского хозяйства и океанографии, к тебе обратится профессор Мартынов Игорь Владимирович. Это очень великий человек. Помоги ему, ответь на все вопросы. И только мы стали с ним, звонок: здравствуйте, я Мартынов Игорь Владимирович. Научный руководитель Центральной клинической больницы, профессор. Мы были недавно в Японии, ну, изучали, почему у них так редко встречается атеросклероз. Почему нет таких смертей, а у нас так много смертей по причине атеросклероза. И они нам объяснили, что они широко используют омега-3 жирные кислоты. Мы стали пытаться понять, что же это такое, но нам не удалось, в общем-то, это все понять. Но нам подсказали, что у нас тоже в стране есть. И вот они обратились ко мне: что вы можете сказать, что делается в Советском Союзе в этом направлении? И вот я ему сказал, что есть две формы, которые мы могли бы представить. Одну инъекционную могла бы быть форма в виде этиловые эфиры, да, но я говорю, это не перспективно. И вторая форма – триглицеридов в мягких желатиновых капсулах, но это еще впереди. Но мы уже готовы зарегистрировать их. Он говорит, мы могли бы завтра встретиться в Центральной клинической больнице, мы соберем кардиологов, чтобы поговорить, как же развиваться нам. На следующий день пришла машина, и я оказался в гостях у главного врача, там был Мартынов тоже, но другой, Анатолий Иванович, главный врач, и его заместитель по научной работе Мартынов Игорь Владимирович. Угу. Вот два вида выдающихся профессора, академики РАМ. И когда мы с ним переговорили, тут же наметили проведение исследовательских работ на волонтерах медицинского профиля, работающих у них. Мы представили туда вот это в форме триглицеридов. И полтора месяца вот эти люди, медики тоже часто болеют, они, конечно, кстати, конечно, меньше всего и живут. Через полтора месяца, это тогда была неудобная форма, пили вот этот рыбный жир, что вам говорите в детстве давать, они пили его, тоже наливали его, по 30 миллилитров тогда давали, большие дозы достаточно. Ну, неприятно было, научились заедать корочкой черного хлеба с солью, запивать томатным соком, но полтора месяца прошло. Когда... А получали вот этот жир из рыбы, да? Из рыбы. Из сардин и сельдей. Это был жир первый. Холодильник. Полтора месяца, когда посмотрели биохимические анализы состава крови и клинические показатели, у всех просто блестящие были показатели. Все были изумлены.
То есть вот все нарушения, характерные для атеросклероза, это, скажем, особенно липидный спектр, холестерин общий, холестерин липопротеидов низкой плотности, индекс атерогенности, все эти показатели были улучшены. И еще один неожиданный показатель улучшенный, это холестерин липопротеидов высокой плотности, антиатерогенный. Оказывается, именно его рост больше работает на антиатерогенность, чем снижение липопротеидов низкой плотности. Хотя про низкую плотность... Через полтора месяца, вы говорите? Через полтора месяца вот этот эффект был достигнут. А вот, Вячеслав Артошевич, еще такой вопрос. А вот курдючный жир никак не связан с этим вещами? Не связан. Курдючный жир, он насыщенные жиры. Насыщенные жиры. Да, и при потреблении курдючных жиров атеросклероз будет развиваться. Он приятный на вкус. Но мы должны знать, что все, что приятное, это жирное или сладкое. А оно не очень полезно. Сахар, рафинад, это лучше не потреблять. Все правильно. Белый хлеб лучше не потреблять. Рафинированное масло – это не лучший продукт. Ну, да, а когда мы рафинируем, мы убрали полезные вещи. Ну вот, будем говорить так, сейчас в продаже есть эти… Да, да. Вот этот первый продукт шел под названием Эйконол. 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 Эйконолу уже, считайте, 20 лет. Потом появились уже усиленные в определенном направлении. Первый был Эйконол. А потом стали нам задавать вопрос, а нельзя ли усилить его противовоспалительные действия? И еще возможность помочь людям, у которых нарушения в суставах имеются. И мы создали другую форму, эйфитол, в котором соединили действие омега-3 жирных кислот и еще соединение аджиен-алицин из чеснока. В свежем чесноке этого соединения нет. Но в результате ферментной обработки, достаточно продолжительная, при определенных условиях, мы извлекаем вот это вещество, экстрагируем и соединяем с омега-3 жирными кислотами. Получился вот этот капсулы. То есть получается селедка с чесноком. Совершенно верно. И при определенной вот схеме приема возможно помочь людям со страдающим там, с нарушением сустава. Но я, знаете, с вами согласен, потому что мы живем уже в искусственном мире, и естественные вещи нам уже мало помогают. Нужно что-то сильнее. Поэтому я согласен, что нужно что-то, но не совсем искусственное, а более сконцентрированное, более действенное, как вот как бы более точечное попадание, снайперское попадание. Потому что время у человека не безгранично, и заниматься там, образно говоря, ехать ловить селедку, потом там выращивать чеснок, потом еще можно просто брать эти вещи и пользоваться. Да, тем более мы взяли это не просто свежая только мысль, мы ее усовершенствовали. Вот мне бы хотелось так, чтобы мы с вами поговорили и о... Мы как бы вот эту тему о жирах уже можем в общих чертах прошли, да? То есть, или есть еще какие-то препараты интересные? Много есть интересных препаратов. Тогда, скажем, может быть, скажете еще какие-то. Эйкозим-10, так, соединим это. Или Каэнзим-Q10, который так. Используется активно во всем мире для укрепления мышцы сердца. Так. И для улучшения работы мозга. С омега-3 жирными кислотами. Вот эйка, как у эйконола, и зим-10. Вот это очень интересный препарат, вот и тоже содержащий именно жирорастворимые вещества все. Или же посейдонол. Мы делали то, чтобы наполнить организм, что нужно, скажем, мужскому организму. В предстательной железе содержание цинка в 100 раз в клетках, в 100 раз больше, чем в других клетках организма. Вот не хватает, как можно. И как улучшить кровообращение в области малого таза, это и для женщин полезно. Вот появился посейдонол. Потом оказалось еще интересные масла тыквенные, тыквенных семечек. Есть тыквиол, мы сделали тыквейнол. Когда мы посмотрели результаты клинических исследований, он предназначен для улучшения работы печени, восстанавливать метаболическую функцию печени. И оказалось, то, что морского происхождения в соединении с тыквенными семенами, с маслом тыквенных семян, дает просто поразительный эффект. И для поддержания функций почек, и для печени. И поддержания коррекции нарушенного, если есть там... Не зря раньше в деревнях эти тыквенные семечки, причем не жареные, а сушеные. Совершенно верно. Жареные как-то... Потому что уже окислительные процессы идут там. Да, вот, кстати, они просто. А вот, например, нерафинированные масла, подсолнечные... Подсолнечное масло – это источник омега-6 жирных кислот.
подсолнечном масле 65% жирнокислотного состава представлено линолевой кислотой. Угу. Они в организме нужны. Но что оказалось, вот американский ученый Вебер исследовал, почему в популяциях так часто встречается тот же атеросклероз, потому что это основная причина смерти. В Европе 50%, в Северной Америке было 50%, вот когда опубликовал свои данные Вебер, но там информационное обеспечение такое сильное, что люди верят. И они, благодаря рекомендациям по применению омега-3 жирной кислоты, у них уже где-то до 40% упала смертность от атеросклероза. В Японии 12%, эскимосы Гренландии 1,7%. Но они потому что едят рыбу. Оказывается, да, чем больше едят рыбу, тем меньше встречаемость атеросклероза. И вот Вебер установил просто блестящую какую-то корреляцию. Все, вы так интересно рассказываете, что хочется услышать, а что же с белками? Здесь уже немножко так начинает проясняться. Морепродукты, селедка, скумбрия, сардины и лососевые. Да. Белки, скажем, те же морских организмов. Самые лучшие белки у трески. Близкое к ним минтай по составу белковому. А минтай – это дальневосточная рыба, ну, где-то ловит около 3 миллионов тонн. Это главное в обеспечении рыбой населения нашей страны. А вот морская капуста? Это замечательно. Вот ее как раз мы используем для того, чтобы дать человеку пищевую клетчатку. Альгинаты морской капусты в морских водорослях. И минеральная составляющая, особенно связанная с йодом. Это, да, по сути, интеллект человека. Если ребенку не давать его, то у него трудно восприимчивость новых знаний. Угу. А это нужно давать. Потому что вот каждый элемент имеет свое прямое назначение в организме человека. Фтор, бор, железо, цинк. Но вот все-таки хотелось бы услышать, то есть не просто вот в соль взять, добавить йод, а все-таки, наверное, как-то в сочетании вот морская капуста. В органической форме. В органической форме, да, не просто, то есть, так сказать, усваиваемая форма, чтобы организм наш усваивает, вот, проходя, скажем, тот же желудочно-кишечный тракт. Ну, во-первых, человек, когда ест, он должен, конечно, жевать хорошо, потому что ферменты начинают работать уже с продуктом в ротовой полости. И тот же лицоцим работает, и другие ферменты. Тщательно пережеванная пища легче уже переваривается в желудке. И под действием поджелудочных соков, и соляной кислоты. Очень интересно. Немножко еще о белковых. Есть ли какие-то БАДы, то есть уже сконцентрированные какие-то моменты, которые принимать? Да, ну скажем, вот я назову икра морских ежей. Но вообще сублимированные сушки при низких температурах высушиваются, замораживаются, а потом высушивается. Получается порошок. Это ценнейший белок, но в нем все и элементный состав насыщенный, полный. Это же уже готовые продукты для воспроизводства. А только именно морских ежей? Или, так сказать, и другая сушеная икра, так сказать? Ну, будем говорить, там и красная, и черная, но просто там икра рыб. Я вам сейчас скажу, что такое морских ежей. Почему японцы охотятся в наших водах и пытаются все вывести. Но это пища самураев, это морские и пища мужчин. Морские то есть ежи, да? Морские ежи. Но так-то, если сохранять, они быстро портятся. А вот, вот форму такую придумали в виде порошков, и набиваются в твердые капсулы, и ее можно приобрести. А что за препараты это? Это называется кавьяр-ламин. Кавьяр-ламин. Кавьяр – это кавьяр. Ну, икра, в переводе на русский язык. Да. Ламин от ламинарии, ламинарии, там еще добавляется, с тем, чтобы минеральный состав соответствовал самой здоровой пище. Да, интересно. И поэтому, скажем, дефицит в организме образуется, но уже появились вещества, концентрированные формы которых позволяют и при обычной пище. Ну, скажем, мы привыкли, что яблоки – это источник витаминов. Но через 3 часа после того, как вы его сорвали, уже половины витаминов там нет. Прохранили день, 2, 3, 4, 5. Нет. Компоты приготовили, считайте, что и не было их там. Надо добавлять кристаллический туда витамин, чтобы можно было написать на этикетке. Это уже принято так во всем мире. Нельзя ссылаться, что было в природе. Мы их разрушили в результате технологических обработок. Ну вот, а еще препараты, пищевые добавки белкового вот происхождения? Я вам называю, да? Белковое происхождение – то, что содержит незаменимые аминокислоты. Их 8. Вот если взять
вот тоже там пшеницу. Это дефицитный по лизину, по самому ходовой аминокислоте продукт. И скармливать животное, вот у нас животноводство. И потом мы жалуемся, что плохо усваивается или медленно растут животные, потому что не хватает там лизина. Если брать рыбный белок и добавлять к пшенице, усвояемость можно с 48% усвоения. Пшеница всего на 48% усваивается животным организмом. Угу. Добавляем, мы можем довести до 85%. Потому что вот в рыбном продукте вот эта лизина в полной мере... Но вообще фермеры знают об этом? Знают. Наша, в общем-то, наука ветеринарная это все знает прекрасно. Но у нас снизился промысел в океане. Производство рыбной муки, вот этой белковой муки. Но я помню, это же было очень много. Ну, то есть... Я помню, мы, страна получала 750 тысяч тонн такой муки. Потом поставили задачу довести до 1 000 000 тонн. Ну, развал Советского Союза, и кончилось все это. Мы ушли с океана, ведь остался только Дальний Восток. И редко и корабли, которые в Атлантике работают. Ну, смотрите, мы уже поговорили о жирах, о белках. Теперь о углеводах хотелось бы поговорить. По углеводам. Значит, углеводы, вот то, что мы получаем, рафинированный сахар, они плохо усваиваются организмом человека. Это дисахарид. А чтобы его усвоить, надо его превратить в моносахариды. Глюкозу и фруктозу. Чтобы переварить, нужны специальные ферменты. Дельта-6 дисатураза на основе хрома. Хрома в организме не хватает. Нам углеводы, в общем-то, не нужны. У нас углеводов в организме избыток. Но тот же крахмал, он же превращается в сахара. Тут другое нам более интересное, сахаристые вещества. Не те, которые усваиваются как сладкие продукты, углеводы. Это в форме сахарозы, фруктозы, глюкозы. Нас интересуют полисахариды. Полисахариды. Они в форме пищевой клетчатки. Но тогда, если правильно я понял, это сухофрукты? Ну, сухофрукты содержат пектины. То есть там интересны нас пектины, они относятся к полисахаридам. Угу. Они обеспечивают моторику кишечника. Они не усваиваются ферментами нашего организма, но они возбуждают перистальтику кишечника. То есть, если все-таки посмотреть, то вот то, что у нас лежит здесь, изюмы, курага, это, так сказать, те продукты, которые более ценны, чем рафинированный сахар. Конечно. Рафинированный сахар вообще лучше бы не использовать. Если бы была такая возможность, скажем, для всей страны. А вот какие вы могли бы назвать пищевые добавки именно из углеводов? Ну, из углеводов, вот я опять, углеводов много. В организме хватает, они как источник энергии идут. Тем более, это лучше... избыток в организме превращается в жиры опять. Все понятно. Поэтому вот это ожирение, кажется, поэтому... жир он не ел, а ожирел. Потому что сахар ели, крахмал мы едим, много едим. Нам нужно избавляться. Ну, скажем, уже сегодня разработано много рационов, в которых там сбалансировано соотношение белки, жиры, углеводы, рациональное питание. Но тут надо брать еще и особенности каждого человека. Он уже имеет избыточную массу тела. Ну вот, и легче. Вот теперь мы подходим к клетчатке. Я понял так, совершенно что клетчатка верно. Это сейчас появилась как... Ну, скажем, наши предки ели грубую пищу, много ели овощей, пост. Что ели? Овощи. Там очень много пектинов опять тех же, клетчатки грубой, которые не может наш организм переварить. И они продвигаются по желудочно-кишечному тракту, возбуждают перистальтику. И, конечно, мы то, что потребляем, и лекарства, и дышим воздухом, много отравляющих веществ. Ну что взять, садовое кольцо, сколько автомобилей, выхлопных газов. Все попадает в организм. Они отравляют в первую очередь печень. Нарушается метаболическая функция. По сути, когда мы говорим о больном сердце, и то, что, скажем, шунтирование, там ангиографию делаем, ставим имплантанты, не причина не в сердце ведь, это следствие, что там конечно, это заметно. Конечно. А причина в печени, нарушение метаболической функции печени. Нарушен и катаболизм, и нарушен анаболизм. А это нарушение в связи с тем, что токсикантов очень много мы потребляем. И они действуют как раз угнетающе на функцию печени. А клетчатка, печени. Она и стимулирует? Клетчатка, и... она схватывает. И у нее еще... есть ионная сила, свободная валентность. И она вот эти токсичные...
Ну, даже те же радионуклиды, если они в костях осели, это вот смотрели на ликвидатор Чернобыльской аварии. И оттуда они все-таки, радионуклиды, присутствуют в кровотоке. А кровь подходит и к стенкам кишечника. И вот здесь в результате обмена вот этот радионуклид связывается с пищевой клетчаткой и эвакуируется из организма. Поэтому нам надо много потреблять пищевой клетчатки. Вячеслав Арташевич, я еще хотел бы задать один вопрос, меня интересует. А как вы относитесь к квашеным продуктам? Положительно. Квашеная капуста, там, моченые яблоки, груши, сливы. Потому что я знаю, что на Востоке это очень много используется, ну и у нас вообще в традиции используется. Ну, что брожение, это за... брожение известно было еще за 5000 лет до нашей эры. И человек использовал это явление брожения. Брожение может быть спиртовое и кислое брожение. Кислое, да. И получается при этом определенный продукт, который в какой-то степени уже переработан ферментами микроорганизмов, которые присутствуют при этом брожении, вызывают это брожение. И мы получаем наполовину уже переработанную, уже легче усваиваемый нашим человеческим организмом пищу. В этом полезность. Ну, особенно это полезно, скажем, те же молочные продукты. Молочно-кислое брожение. Да. Вот, скажем, для людей старших возрастных групп молоко мы не рекомендуем. А вот кисломолочное? А кисломолочное рекомендуем. Они лучше усваиваются. Ну, вот я опять немножко квашеным, те же квашеная капуста, помидоры, огурцы, там, чеснок, черемша, там, масло. Ну, здесь есть и вкус, что вызывает удовольствие у человека. Надо давать человеку получить удовольствие. Но мы не берем сейчас тему там, физических нагрузок и все, потому что важно не только получить пищевую добавку, но и донести ее. То есть физические нагрузки определенные, гимнастики, все, чем мы тоже занимаемся, то тогда гриппу делать нечего. Совершенно верно. Если мы будем поддерживать иммунную систему, грипп никогда не появится. Иммуномодуляторы, у нас есть пищевые, биологически активные добавки к пище, которые содержат вещества, обладающие иммуномодулятором. Даже в этом? Эйхлофил, да. Это медное производное морских водорослей. В соединении вот с теми же омега-3-жирными кислотами. Это все производится, это у нас это все производится, есть. Да. Но вы знаете, вот вы говорите такие вещи, которые действительно надо рассказывать и показывать. Не просто голую рекламу, когда вот возьмите это, засуньте туда, вот эта информация нужна. Потому что вот мы с вами разговариваем, и вы как-то таким и научным языком, и доступным, понятным. Вот у меня даже ощущение, что у меня уже сложилось представление, что нужно, где нужно брать, где нужно доверять. Каждый человек из нас носит в себе живые микроорганизмы. Да. В толстом кишечнике 3-4 килограмма вот этих бактерий. Так. Они разные. Есть и бактерии, есть и бациллы. Там бифидобактерии, лактобактерии. Это полезные для организма. Они составляют 95% этого нормобиоциноза. И 5% болезнетворных гнилостных микроорганизмов, которые нужны для того, чтобы иммунная система распознавала токсины, которые ему угрожают, а они вырабатывают эти токсины. Так. Вот этот симбиоз позволяет организму человека, ну, 70% иммунной системы формировать там. И что, есть пищевые добавки? Есть пищевые добавки, ну вот я назову, скажем, бифенол, эуэйнол, которые живые бактерии, живые, ну, лиофильно высушенные, и потом они на пищевой среде, питательной среде своей, в капсулы загоняются, живые, высушенные, легко их принял. В каждой капсуле 5 суточных доз. Но вот я слышал, что все-таки сухие не настолько активны, как такие живые совсем. Вот я видел в таких пенициллиновых флаконах их. Вот у нас есть компания в стране, которая обеспечит самые лучшие вот эти живые бактерии, лиофильно высушенные. И вот они и используются. Вот то, что я назвал, бифенол, вот они еще прошли проверку в медицинском институте, медико-стоматологическом, на кафедре клинической фармакологии в институте Габричевского. Результаты потрясающие. Ну вот интересно еще и другое, что вот насчет среды. Интересно, что
важно не только давать пищевую добавку, но и определенное питание. Ведь как бы важно, чтобы зернышко попало на плодородную почву. Вот здесь к пищевым добавкам идет и какая-то специальная диета, или, так сказать, неважно, что там ты съел? Есть оптимальные диеты, есть специализированные диеты, есть функциональные диеты для разной категории. Но слово «диета» вызывает, что это больной человек. Ну, мы можем хотя бы, будем говорить, какие-то продукты. Будем говорить так, продукты, которые лучше есть, чтобы та среда, которую мы хотим вырасти, ну, как для любого растения, там, для клевера одно, для кукурузы другое, образно говоря. То есть нужна определенная среда, определенная почва. Поэтому там... Соотношение вот в питании человека очень важно, скажем. Пьешь негазированную воду. Напитки, соки, напитки какие-то еще продаются, они уступают пресной воде. Вода нужна человеку как растворитель. А компоты, соки, они уже растворили вещества, и они не выполняют функцию растворителя в организме. А человеку нужно потреблять минимум 1,5 литра просто воды. Чистой воды. Да. Чистой воды. Она как растворитель будет помогать. Человек это ходячий коллоид. Вот посмотрите, да, вот с возрастом появляются морщины. От чего? От нехватки воды. Взять холодец, сварили, поставили на стол, где-то стоит. И появляется трещина. Сохнет чуть-чуть и трескается. Это белки соединительной ткани в нашем организме, вот большом, форму нашу поддерживает пролин-глициновый комплекс. Это белки соединительной ткани, их больше всего. Они живут, пока есть вода. Новорожденного, если взять ребенка, содержание воды 90%. Умирающий организм 60-65%. Того, что вот эти морщины здесь видны у нас, а это все и на внутренних органах появляются морщины. Слушайте, вы так красочно, ярко говорите, очень ярко все представляется. Очень хорошо. Спасибо. И вот у вас лежат еще книги. Что это за книги? Вот мне кажется, вот эта книга «Незаменимые факторы питания и физиологические аспекты их действия в организме человека». Это ваши книги, да? Это, да, я ее написал. Я как представил, как будто бы в каждой семье нужно, чтобы она была. А вторая книга? Вторая книга – это для спортсменов. 18 биологически активных добавок пищи мы пропустили через антидопинговый центр проверить они на самом деле. Все, подтвердили, сказать... получили мы оттуда заключение, что... не относятся к допинговым средствам. Потом передали в Институт физической культуры и спорта. Проверить полезность их для спортсменов высшей квалификации, для членов сборных команд и олимпийских команд страны России. Провели на ученом совете этого института, довели до сведения, утвердили в качестве новые недопинговые средства восстановления как методические пособия, полезные. И здесь разработали для каждого вида спорта спортсмена. Очень интересно. Что надо им принимать, в какой последовательности, в досоревновательном периоде, в соревновательном периоде, после соревновательном периоде. Ага, я смотрю, еще одна книга. Еще одна книга «Помоги сам себе». Ждать помощи от кого-то, это трудно. И «Помоги что это сам за книга? Себе». И здесь мы взяли и вот идеологию здорового организма заложил я здесь. И сюда же привел из тех добавок, которые я лично разрабатывал, описание их и результаты проверок. Мне кажется, здоровье пройдет через образовательные программы. Люди должны или читать, или слушать, общаться. Ну что ж, я надеюсь, вы досмотрели это видео до конца. И, пожалуйста, напишите пару слов в комментариях. Также я рекомендую вам еще раз посмотреть то, что я оставил вам по ссылкам под этим видео, включая, конечно, вы спросите, а вот эти препараты, кавьер, ламин и прочее, о чем говорил профессор, так вот ссылки, как их приобрести, именно производство, которое налаживал профессор Исаев, вы можете под этим видео по ссылкам. Ну а сейчас в завершении данного видео буквально 1,5 минуты рекламы от меня. Уважаемые зрители, всем, кому дорого свое здоровье и своих близких, заходите на мой сайт nadgar.ru, посмотрите хотя бы 2 раздела – отзывы и новинки. Ну а потом то, что вы захотите. Так вот, любые наши продукты, приборы и другие товары вы можете заказать на нашем сайте, мы вам их отправим в любые города России и любые страны мира. От Казахстана до Великобритании, от Кореи до США. Все это налажено, обо всем сказано на нашем сайте в разделе «Доставка и оплата». Поэтому заходите, посмотрите, ну и заказывайте, кто посчитает это
нужным. Я открыл второй интернет-магазин по био-зерну и муке, смолотой на каменных жерновах. Напоминаю, мы производим уникальные корма для кошек и собак, которые не просто насыщают, но и лечат и продлевают жизнь питомцам. Смотрите об этом, вот это важное видео. Даю подсказку на мое видео, как совмещать продукты питания, БАДы и лекарства между собой, чтобы никто меня об этом уже не спрашивал более. И последнее. Под каждым моим видео внизу есть важные ссылки, в том числе на мои соцсети. Очень рекомендую подписаться на телеграм-канал, который дублирует YouTube. Мало ли что с YouTube будет. И там есть также ссылка на индивидуальные консультации. Ну что ж, до новых встреч, до новых видео. Всего хорошего, до свидания.